Я вам нужен, а вы мне нет. Слушайте, заключенные, если я с вами мягко, так вы не забывайте. А если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хуев кричите. Принял таблетку, кислота в желудке, воду. Наблюдал, как языкастые меняются в мертвых. И говорила мать, мама, мол, вы столб, на тепле одевайся, когда Бог играет с погодой. А мы гасим свет не от того, что экономим. Жизнь не поменяешь, как шину, если проколешь. Когда-то на надгробном близкие оставят коммент. Так что голова работы, железо к ладони. А мы уже который год являемся лицом ментовских билбордов. Если наше прожитое выставит на аукцион, навряд ли лицитатор выкрикнет «продано». Что-то модно, да, а что-то вечно. Чтобы дитя не проснулось, удуло наконечник. И всех вас на вечность в памяти оставляя, вам на вечность оставлю только память. И врач, снимая перчатку с руки, скажет, или мне очень жаль, или будет жить. Это как в магазине, все за $1. Кто-то спички и соль домой, а кто-то делать порох. И это город ветров, ветер ловим еблом. Ноль эмоций на лице, ноль на лицевом. И по окнам можно подумать, что нас нету дома. А мы гасим свет не от того, что экономим. Свободу у меня отняли давно. И не в ваших силах ее вернуть, потому что у вас ее нету самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25. Умру, так и не став пациентом. Мне от жизни нужно 100 со знаком процента. Я как в магазине, все за $1, а у меня 99 центов. Мне не отпустят грехи без рецепта. Думал, легко оказалось прицептом. Алло, Гуф, ты где? Алло, я сейчас в центре. Гуф, в центре? Бля, в смысле в центре, ну? А я где-то в окраинах. Поправленный правильно. Я популярен, если верить слухам. Ко мне пришло больше людей на обыск, чем на днюху. И нам похуй на власть, пока есть чё красть. Бронежилет под костюмом Канали. Меня не спалят даже экстрасенсы в финале. И мы каждый день на движении. Джума, шаббат, воскресенье. А у меня пятерка за сочинение и двойка за поведение. Счастья мало, как начинки в кутабе. Хаваешь суши, но чувствуешь только васаби. Это как будто магазин, все за $1. Но даже его когда-то ограбят. И на каторге я уже был, и в номерах ходил, и с собаками, и в бригаде усиленного режима. Чем еще вы мне можете угрозить? Я не был никогда фанатиком блатной романтики, но с детского садика я крутился с опасными дядьками. И пока я кашлял от первого в жизни парика на повеляге в падике, они втирали мне, что рэп тут не прокатит. Ты сюда слушай внимательно, надо по красоте исполнять, если хочешь чувствовать себя, как мы с Маратиком. Купи себе штаны по классике, в Хуго Боссе на Арбате. Дурака надо валить, хватит его валять, блять. Ты видел, дядька, нулевая девятка у Виталика. Мясо затонированное, цвета темный металлик. Угадай, откуда она у него? Та откуда? Сумка Найк до краев, забитая мелким наликом. А ты в кипариках, как маленький. Ты же не поешь, как Иосиф Кобзон. Ты собираешься читать, но да, читать ведь надо о чем-то. О чем? Я давным-давно лично слушаю только шансон. А тебе бы, братик, посоветовал набраться опыта. Я думал, о чем это он. Вот на телефон, если проблемы, набираем и с Маратиком подкатим, все уладим. Я сидел на корточках со своим первым в жизни косяком. Я не успею набрать, через неделю их обоих посадят. Обрывки памяти, куда нам идти? Я каждый день приступаю закон, если вы меня понимаете. Фарта, брут и весу, братва, как надо занимайтесь. Из одной столицы в другую плотный салам летит. Вообще, постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.